В Зеленогорске несколько часов назад сгорела городская баня. Здание двухэтажное. По словам очевидцев, внезапно из окон повалил густой едкий дым. Считанные минуты в огне оказались практически все помещения бани. И хотя наружу пламя не вырывалось, пожарные держали оборону, внутри сгорело практически все. К счастью, в это время посетителей не было. Ну а первыми, кто заметил пожар, оказались сотрудники газозаправочной станции. Она по соседству. Вероятно, место работы обязывает быть предельно внимательным к такого рода происшествиям. Сначала было задымление, приехали пожарные, начали тушить, убивать окна, потом подъехала скорая помощь. Мы начали принимать первые меры, то есть вытащили огнетушители, то есть, а паники в основном не было никакой. Баню тушили два пожарных расчета, работали по первому номеру сложности. Чтобы окончательно локализовать очаг, понадобилось 3 часа. Затем еще несколько часов проливали обгоревшие конструкции. Газовую заправку на время пришлось закрыть. Причина случившегося и нанесенный ущерб сейчас выясняют. К слову, в Зеленогорске это была единственная городская баня.